проспект Адмирала Лунина. Проехали только что с правой стороны СРЗ. Городской пляж города Мариуполя. Море сегодня неспокойное. Второй день сильный ветер. Утром был хороший дождь. Дорогу по набережной уже сделали. Дорога шикарная. Тротуары тоже. Уже установили новые столбы металлические. Старые еще не демонтировали. Тройки с левой стороны. Заехали на Слободку. Улица Котовского. ЖД вокзал в процессе восстановления. Уже отсюда видно. Да, ЖД вокзал разобрали полностью. Даже строители сейчас что-то делают. Линника, улица Линника. Улица Линника? Линника, да. Ага. Да, ну здесь Слободка всегда была в таком плачевном состоянии. Всегда, в принципе. Говорят, носить будут ее вроде. А, да? Не знаю, может, высотки будут строить. Ну, типа тут, короче, сильно... много заброшек, и все разбито, и одни бабушки, дедушка, им повыдают квартиры, а тут сносить будут. Так, мы свернули на улицу Земская. Улица Рыбная. Да уж, райончик, да? Такой сектор, конечно. С правой стороны здесь раньше была музыкальная школа номер один. Я в ней начинал учиться. Потом ее уже перенесли к драмтеатру, там, где сейчас школа искусств восстанавливается. А также справа сейчас будет ДОСААФ. Через 200 метров вывернуть налево.
это старая часть города. А вот и ДОСААФ. Эти сталинки пятиэтажные восстанавливают. Отсюда пуляли, видать. Угу. Только там прилетало. Стройки везде. Ну, надо дробь 2. По проспекту Ленина. Пострадали, у нас 3 прилета было напротив нашего подъезда. У нас пострадало 2 квартиры очень сильно. Вот это вот снаряд попал сюда, и от взрыва волны вот эта квартира, там и потолки попадали, и мебель все повыкидывала сюда. И которая выше, вот там, вот последний этаж, тоже повыкидывала все, и мебель, и потолки, ну то есть как бы так. А так относительно нормально. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Здесь стройка полным ходом. Друзья, у меня на канале есть видео, которое называется «Мариуполь жив». Эту часть города я снимал с высоты птичьего полета. Рекомендую к просмотру. Итак, друзья, сегодня мы с вами прокатились вдоль набережной городского пляжа, посмотрели на Слободку, ЖД вокзал и проспект Ленина в районе ДОСААФа. Мариуполь восстанавливается. Всем мира и добра. Пока.